Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И сегодня будем проходить вот этот островок, где находится у нас босс. Босс-носорог. Да, мы с ним ранее встречались, но теперь, ребята, он будет еще свирепее и еще коварней. Ну что, поехали. Здесь, кстати, у нас с тобой будут разыгрываться именно герои. Как ты видишь, здесь кролик, сова, Юрий, ну и немножко бонусов. Ну что, поехали. Возможная награда. Подожди секунду, какая возможная награда? Секундочку, мне же нужно хотя бы что-то прокачать в своем инвентаре. Да, и это будет кролик, естественно. Пускай будет 42 уровень. Плюс ко всему я хочу прокачать свой жгучий улей. И, ну так уж и быть, бронебой. Так, итого у нас 44 уровня бронебой. Погоди-ка. А для чего? Блин, секунду, ребят, я же хотел... Подожди, я же хотел взять рыбу. Сколько урон? 5250к. Возьму, наверное, ее вместо... Вот так. Но это, по-моему, стихия льда идет все-таки. Ладно, фиг с ним. Сделаем с тобой пробную заходку, там уже будет видно. Да? В принципе, в остальном меня все устраивает. Поехали. Компашка. В бой. Что там написано было? Реванш? Какой реванш еще? С кем? По поводу? Зачем? Эй! Так, ладно, враги не дремлят. Ну и мы с собой тоже, как говорится, пасовать не собираемся. Давай проверим заодно сразу же вот эту штуку. На самом деле я хотел проверить рыбу. Как она работает у нас? Ах, вот так она работает. Она замораживает. Вот это удивительно, да? Они у нас и заморожены, и в то же время горят. Как такое может быть? Ну, видимо, может. Слушай, так рыбка получается вообще имба. Согласись. Давай-ка мы с тобой динамит закинем. Ну, сгори ты. Эть, успел все-таки, а? Слушай, рыба это... Вообще найс, потому что она замораживает всех противников. Это очень круто. Ну что же, давай вот так сделаем с тобой. Еще, наверное, заморозочку сейчас успеем. Должны успеть. Урон не очень большой, но вот именно за счет того, что заморозка проходит по всем, это вообще имбово. Жгучий улей минус снеговик. И давай динамит, наверное, закинем туда. Ай-яй-яй. Все. Вторая, а нет, третья, ребят, третья волна, конечно. Ударим сюда. Так, заморозим. Да, они даже несмотря на то, что горят, все равно они замораживаются. Давай, наверное, вот так сделаем с собой. Ракетницу. О, минус слизень. Минус гоблин. Ну и что, остается вот этот хлыщ у нас тут. Настучали по бубину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не хватило, ребят, не хватило. А улей? Улей, конечно же, за счет улья. Так, бросим туда динамитик. Потом сразу же, наверное, применим с тобой заморозочку. Да, друзья мои, рыбку нужно прокачивать. Это я уже понял. Потому что без нее... Я думаю, дальше будет нам сложно играть. А с ней, наоборот, проще. Единственное, что у меня нету, знаешь, чего? Единственное, что у меня нету... Как тебе сказать? Даже не то, что диско-шар, а то, что могло бы мне... Блин, я его даже сдвинуть не могу. То, что могло бы мне убрать, например, ту же самую вот эту вот защиту, да? Те же самые хотя бы пестицидов. Потому что вот приходится мне пробивать это все. И это очень все долго происходит. Опачки, получить. Да не надо мне пока получать, вроде бы все идет изумительно. Так, секунду, заморозим. Дополнительный урон. Они когда горят, они еще получают дополнительный урон. Вот оно что. Я, ребят, попробую сейчас настакать. Нифига у меня не получится настакать себе. Динамит. Есть только вот так вот. Да куда ж ты бросил-то, господи, все, они отошли. Бросаем динамит. Минус двоечка должна быть, да? Ты же сгоришь?
Ты сгоришь? Нет, нифига он, ребят, сгорел. Все-таки сгорел. А этот захилялся, и что он сейчас? Сейчас мне пропишет. А мы ему из пушки тогда в ответ. На тебе. Еще и улей. Последняя волна, друзья мои. Последняя волна. Пока перебьюсь, наверное, я думаю. Начали с поджога. Динамит. Плюс, давай вот так. Блин, я совсем забываю. Да, ребята, сейчас будет бобо. Сейчас будет бобо очень сильно. Почему? Потому что... Так, ну если мы, конечно, с тобой вот так вот. Минус братья Люмьеры. Дальше нам, наверное, сделать вот так нужно. И пушку скрыть. Блин, нет, какая пушка? Динамит. Ракетница. Да что нам нужно, блин? Пушка, динамит или ракетница? Вот скажи мне на милость. Нам нужно хильнуться, вот что я тебе скажу. В первую очередь, потому что сейчас мы с тобой получаем звездюлей. Вот они начинаются. Вот они начинаются, звездюлей, друзья мои. Я боюсь, вот мы после этого выживем или нет? Как ты думаешь? Ух ты, барвмот, а. Блин, надо вот эту убирать фигню. Это бред какой-то полный. Ребята, это нам не нужно. Сейчас звезданут по мне. Я буквально там, я не знаю, на добром слове живу. Но если я брошу улей и динамит, да, добьем. Должны добить. Обязаны добить. Ну, правда, не всех. Поехали. Последняя надежда. Нет, 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 нет. Не надо добивать. Ох, все, что мог, ребят, потратил, все. Вот эта вот дубина здесь не котируется. Против танков она вообще не рулит. Она их даже не сдвигает. Так, ну что, здесь, естественно, нужно все приумножить. Слушай, ко всему прочему, я сегодня, наверное, хочу получить 43 уровень. Кстати, у нас тут что-то моргает, я смотрю. Забрать. Ага, корону я забрал. А тут что такое у нас? Ага, выбрать монстров. Монстры испортили карты по случайному и задней цели. Соберите колоду из других карт. Это мы сделаем попозже немножечко. Сначала все-таки нам нужно освободить наших друзей, которые попали. Блин, ребята, я опять не поменял дубинку эту. Колотушку, которая меняет. Ё-моё. Ой, зачем? Тут уже у нас с тобой нет, к сожалению, хилов. Поэтому как вот будем. Я ума пока не приложу. Этого можно... А, вот здесь он сдвигает. Здесь, ну хотя бы тут сдвигает, ладно. Так, минус один, сейчас этот тролль по мне звезданет, он окопается. Угу. Так, деда сейчас мы этого... Е. Ну, тут немножко попроще. Мы можем сейчас заморозить. Да, тролля. И бомбить его уже по полной программе. Замечательно. Так, вторая волна. Начинаем с улей. А вот этого уже фиг ты сдвинешь с места колотушками. Давай из пушки, наверное, звезданем. И улей. Так, ведьма, ведьма, ребят, сейчас сожгет карту мне. Не успела. И это хорошо. Но мы ее подбить тоже не успели, поэтому это плохо. Поехали, давай вот это вот. Ну что ж ты так сделал-то, как специально, а? Подпалить сможем? Обоих. Нормуль. Так. Да не надо мне пока вот этого всего. Чего вы мне... Так, деда на задний фланг. Этих мы с тобой замораживаем. Так, Гринч, он у нас саппорт. Тогда пилякаем. Мы его распилякали. Дальше. Давай попробуем так. Блин, нафиг мне дед-то на первом фланге. Сделаем туда улей. И вот так вот. Надо было, конечно, ракетницу лучше. А, ну тут все хорошо, они оба погибли, поэтому дед зомби не воскресится. Так, а вот тут-то что? Тут начнем с напалма. Плюс ракетница и заморозку, если я успею, конечно. Очень быстро у них откаты идут. Очень быстро. Успеем? Успел. Так, дополнительный урон он получил. А почему Гринч-то не заморозился? Эй, Гринч не заморозился, ребята. Блин, а что, мы можем вот так с тобой сделать? Сбросить, да, как говорится, ему возможность использовать. Вот так вот. Тут обмен.
И, блин, дед, он же сейчас рисанется, ребят, ну, конечно же. Есть возможность их попробовать сейчас заморозить. Очень, конечно, долго рыба у нас с тобой заряжается. Но, тем не менее. Да, блин, ну почему дед-то теперь... Теперь дед, ребят, не заморозился. То есть, есть все-таки вероятность того, что мы можем не заморозить противника, да? Так вот получается. Давай, динамит. Да дед опять сейчас возжжет. А! Стоп. Уничтожили. Так, дед, что делаем с тобой? Из пушки. Я. Так, ну что у нас? Пятая волна. Пока ничего не надо. Электрик сру... О-о-о-о-о-о-о-о. Я что-то не увидел, что здесь этот стоит. Ладушки. Сейчас все заморозились. Замечательно. Тогда поехали. О, замечательно. Плюс ко всему прочему, мы зарядим с тобой... Нет, из пушки, скорее всего, сейчас удар будет. А Гринча... А Гринча можно поджечь. Ну и колотушками забомбить. Последняя волна. Не надо мне здесь ни шиша. Так, Гринч, иди отсюда. Ну что, пробуем заморозить? Нет, вначале динамит, наверное. Да чтоб тебе! Откат. Отлично. И теперь уже будет заморозка. Заморозили, замечательно. Так, сделаем вот такую вот с тобой оферту. Плюс улей в братьев. Из пушки по Гринчу. Ну и остается один хлыщ. Мне его, правда, не пробить, ребят. А так... И так его тоже не уничтожить. Ладно, получаем в бубен и добиваем. Главное, мы прошли. Фью. Так, и, конечно же, будем с собой все это приумножать дело. Так, ребят, ну что, у нас следующий друг — это Юрий. Реванш Электрика, вот как называется у нас миссия. Так, я заодно гляну, что у нас там в инвентаре. И хочу поменять, естественно, эти дубинки. Вот эти. Надо только понять, на что их лучше поменять. Заморозка. Ракета есть у нас с тобой. Молот Тора. Блин, получить будет этот пулемет, да? Было бы, наверное, круто получить его. УЗИ. Холодильник, может, холодильник взять? Нет, холодильник не надо. У нас есть рыба, и, в принципе, мне этого как бы достаточно. Вот единственное, что я тебе говорю, мне колотушки вот эти смущают. И вот это вот... Не, базуку я, наверное, оставлю, а вот колотушки все-таки поменять надо. Как назло, вот я не знаю, на что. Что у нас делает вот этот шокодрон? Шокирует цель на 8 секунд и отменяет ее... Вот, если цель заморожена, шанс шокировать... Ух ты! Шокодрон. А что ты это делаешь у нас? Так, общий урон 7000, почти 8. Шокирует цель на 8 секунд. Так, если цель горит дополнительно... О! 50% урона за использование карт фиолетового цвета. Максимальное увеличение в 5 раз. Давай, наверное. Ну тут общий урон 19 000, а тут 8 000. Так, а тут... Блин. Ну давай, наверное... Давай, наверное, уберем с тобой пилу, потому что я ей как бы очень мало пользуюсь. Вот так вот, рискнем, ребята. Ну какая-то у нас солянка, конечно, получается по картам. Но поэкспериментировать тоже почему-то мне хочется. С боссом, вот, главное с боссом не экспериментировать. Там надо будет действительно как-то сконцентрироваться, выбрать подходящую колоду и бомбить его. Потому что у нас с тобой аптечек больше нету. Лечиться нам, как говорится, нет чего. Поехали, начнем заморозки. Так, сразу бросаем улей, пускай он там горит пока. Подожгем их тут же. Так, минус один. У нас опять с тобой рыба идет на откат. Мы опять их замораживаем. Так, и давай сюда вот, наверное, улей бросим. Хочу проверить, как вот эта вот штука у нас работает. Я вроде смотрел ее, да? Ага.
передним... Только переднему, да, противнику она все это дело отменяет. Ну, что ж, ладно. Пускай будет так. Заморозка. Сразу же начнем именно с нее. Так, улей. Сделаем поджог. Максималка у нас с тобой заряжен динамит. Выпускаем. Так, удар получим, к сожалению, от этого вот. Потому что он только на заднем фланге, ребят, погибает. Ой, на переднем, если погибает, он не наносит нам урон. Что-то как-то не особо хорошо. Ой, только сейчас увидел, ребят, что здесь это... Да-да-да-да-да, ведьма, сейчас она мне... Вот именно, что сейчас она мне сделает. И она сделала мне пакость. Давай вот так вот. А теперь вот так. Все-таки мне не избежать здесь, да, урона, я так понимаю. Хотя, подожди. Твою налево, как специально. Поджог, поджог, поджог. Все, сработало. Но урон получили. Да иди ты. Начнем с заморозки. Начнем с заморозки. Плюс сделаем вот так вот. Динамит. Мне надо динамит как-то простакать. Вот. Все, он фул. Давай бросаем. И, в принципе, они должны все погибнуть. Да, так и получилось. Динамит, когда настакивает 5 урона, ребят, это имба. Да что ты мне делаешь, давай. К примеру, сделаем так. Плюс напалм. Пушка. Сразу бросим еще улей на всякий случай. Этот должен сгореть, электрик. У нас опять с тобой откатывается рыба. Мы замораживаем их. И что делаем? Ну давай вот так вот. Идеально. Плюс динамит. Ой, динамит напал. Так, и остается вот этот хмыреныш. Сейчас мы попробуем сделать вот так вот. Ну, отмена будет? Есть, отмена произошла. Дальше идет заморозка. И этот хлопчик в наших руках. Почему? Да потому что мы его сейчас будем уничтожать. Раз. И два. Ну что, последняя волна. Последняя волна. Там братья. Это не очень хорошо. Сейчас мы из пушки звезданем и попробуем все-таки динамит скинуть. Успею ли я? Должен. Да, и в принципе всем крышка, да? Нет, слизень не погиб. А если вот так вот? Дэн-дэн-дэн. И все равно не погиб. Плохо. Теперь надо пробить ему вот этот вот, ребята, пузырь. Запаришься его пробивать. Ну все, крышка ему. Замечательно прошли. Блин, лучше бы, конечно, аптечка выпала. Так, нам с тобой надо 4 миллиона еще, да? Ну что, друзья мои, вот и босс. Так, реванш носорога. Требуется уровень, да, 47-52, 6 волн в бой. А в плане у меня не хватает... Что за дела такие, а? Ну что, пытаемся? Поехали. В принципе, ребят, колода у меня вроде бы нормальная. Я просто не помню, что у нас боится носорог. Какая с ним тактика там должна разруливаться. Опять же, 6 волн, я так понимаю, да? И он будет, естественно, в самом конце. Поехали, начинаем с заморозки. Если есть возможность, лучше, конечно же, сразу замораживать. Но ты не забывай, что босс... А этого-то мы не заморозили. Зато этого сразу нахлобучили. Ты не забывай, что боссы, они не подвержены всяким там заморозкам, станам и тому подобное. Поэтому... как бы вот на такие, как рыба, да, еще что там у нас, не стоит рассчитывать. Только прямой, как говорится, физический урон. То есть это взрывчатки, бомбы, там, все что хочешь. Только не вот этот вот.
Не заморозки, да, там, не станы и тому подобное. Что тут? Ну, давай рыбу, наверное, закинем с тобой. Так, грифончик-то не замерз. Смотри, какой жук. Ладно, до него сейчас дело дойдет. Динамит бросим с тобой. Ага, прекрасно. И остается у нас грифон. Естественно, он сейчас... Ну, вот так вот. Блин, не надо было меня, наверное, так делать. Ладно, добиваем. Переходим с тобой на третью волну. Замораживаем. Бросаем с тобой улей. Дальше, наверное, напалм. Жалко, что у нас тут с тобой нету динамита, и я не могу его настакать. Зачем я так сделал? Не понимаю. Так, давай сделаем с тобой гранатомет. Идеально. Так, закидываю улей. И надо деда. Деда, блин, был бы холодильник или еще что-нибудь. Можно было бы, конечно, его заморозить. Вот, понимаешь, у меня этого ничего нету. Поэтому мне его даже никак не застанет. Ну почему... Ага, нет, все, ребят. Я уже хотел кричать, почему ведьму мы с тобой не это... Не заморозили, заморозили. Ну-ка. Надо по ней попасть, чтобы она отдуплилась. Вот. Совсем другое дело, согласись. Так, ну что, и колотушка, и мы всех добьем. Блин, не всех. Вот так вот. Нормуль. Это у нас пятая волна. Начинаем. Замораживаем. Все заморозились, кроме электрика. Ну, естественно. Как? Куда электрику? До заморозки, да? А что вот это у нас такое означает? Что? Вот что это мы делаем с тобой? Я не знаю, ребят. Блин, электрик сейчас пырнет. Пырнул уже. Бросим динамит тогда. Так, консервная банка. Что с тобой сделать, а? Ну, мы можем с тобой вот так вот, конечно, замутить. Она не очень много, кстати, урона наносит. Давай, успел, я успел, ребят. Так, ну что, и носорог, по идее, должен прийти. Вот он, явился и не запылился. Тут, наверное, лучше восстановить здоровье полностью. Ну что, начнем, наверное, с пушки, я так понимаю. Окей. Посмотрим, заморозка будет работать или нет. Не-не-не-не-не. Не работает, ребят. Также, а, нет, гореть он горит. Так, сейчас он свой пулемет врубит. Так, сейчас начнет. Ать, карты дороже стали стоить намного. На тебе, первая фаза пошла. Вызываю подкрепление. Познакомься с моим супер-мегадроном. Это, по-моему, мегадрон на атаку. У него еще есть мегадрон, который будет его хилять, насколько я помню. Вызывает уже? Да, вызвал. А, это и есть хилящий дрон. Сейчас начнет, блин, тут. Интересно, а дрон можно заморозить, нет? Ну-ка. А сейчас ты конкретно попал. Мои дроны в бой. Сейчас боевой дрон выйдет. Что он сделал? Эй! Ой-ой-ой. А, дрон можно заморозить. Слушай, вот это хорошо. Так, это пока мне не нужно. Дрон можно заморозить, значит, нам выгодно, ребят, с вами. Нам выгодно с вами иметь... Тихо-тихо-тихо-тихо. Я попробую, я смогу, интересно, ему сбить? Ну? Ага. Вот уж дудки, ребята, вот тут я не смог ничего сделать, к сожалению. Блин, только один дрон заморозил. И тот, не тот, который мне нужно было бы, если честно. Как энергия-то долго копится. Ну что у нас тут-то? Улей. Базука. Есть, минус один дрон. А этот все хиляет, смотри. На, подавись. Все это не то, ребят. Все это фигня. Ну, блин. Е, сгорел. Так, у меня здоровье-то, ребят, все-таки уменьшается. На тебе из пушки. Так, плюс поджог.
Горит, 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 пускай. Давай из гранатомета. Эх, из пушки бы ударчик, и все, наверное, ему крышка будет, ребят. Еха! Сосунок. Получил, как говорится, и расписался по полной программе. Воу, смотри, какие... Нифига себе наград, сколько. 200 тысяч, 250 тысяч. Неплохо. И я сейчас это еще умножу. Ну что, ребята, мы прошли с вами. А, да, к сожалению, пока еще не накопил на уровень следующий. Но ничего страшного. Так, смотри, у нас на следующем островке с тобой появляются вот такие вот противники. Мы уже где-то со снегов переходим в городскую черту. Потом опять в лес, потом на какую-то свалку. В общем, все отлично у нас пока. Так, давай-ка зайдем в инвентарь и посмотрим, что у нас тут есть. Есть вообще. Ага, давай-ка кролика улучшим. И жгучий улей. Это все, что я мог себе позволить. Что у нас там робот делает? Можно посмотреть? Как он там буянит, если он вообще буянит. Получить. Получаем. Еще что-то получить, что ли? Ну все-все-все, хорош. Так, он у нас в данный момент имеет 19 уровень. Могу прокачать до 20-го. Шикарно. Так, получаем шестеренки. И что? Бой с боссом, давай посмотрим. Хе-хе, я этого помню. Босса. Да ну, у него шанса нет, у этого босяры. Да, конечно, нету. Ну давай, давай, давай. Там осталось-то ему чуть-чуть. Все, красавчик. Что он тут у нас получает? Легкую награду получить. Да я тут даже не буду умножать, ребят, потому что слишком маленькая награда. 25-20 у нас там, извини меня, в тысячах. Все высчитывается. Что-то звук, по-моему, завис, не? Нормально. Прокачка. Подожди, а где у нас прокачка идет? А, вот здесь, по-моему. Давай-ка прокачаем ему. Автоатака, пускай будет усиленная. Но, правда, тут все так дорого стоит. Улучшить. Улучшить. Все, да? Угу. Больше не хватает у нас. Ну а мы с тобой возвращаемся в компанию и начнем, пожалуй, вот с этого. Так, испортили карты по случайной и задней цели. Собери колоды по случайной и задней карте. По случайной. А что у нас там случайного? У нас улей бьет по задней чисто карте, да? Подожди, а как я тогда здесь должен... По случайной и задней карте. Ну, подожди. Ладно, тут, короче, надо смотреть. Ребят, поехали с тобой в компанию. Я что-то не могу немножко допетрить. У нас только улей, по-моему, по задней идет. По задней карте, да? По заднему врагу бомбит. Сейчас посмотрим, мне кажется, я смогу здесь справиться. Ну, если не справиться. По крайней мере, я могу посмотреть, какие карты действуют, какие нет. Вот так скажем, да? Все. Блин, где вот этот вот? Я не вижу, ребят, этого слона еще ни разу его не видел. Ну-ка. Вот, видишь? Здесь не работает. А здесь? Заморозка работает. Окей. Так, напал. Работает. Пушка. Идеально. Шпарит. Сейчас хочу посмотреть. Вот это вот. Все, понял. Базука не работает, ребят, потому что, видимо, случайный урон. Ну, динамит работает. Потому что тут урон по всем идет. А вот это? Как ни странно, это тоже работает. На... Ай-яй-яй, не то. Все. Хм, значит, здесь не работает у нас, по крайней мере, две карты, которые я вижу. Это именно гранатомет. И помимо гранатомета не работает... Так, подожди, точно не работает? Да, не работает гранатомет. А динамит работает. Динамит работает. Улей не работает еще, да? А это? Это работает. Тогда все понятно.
Ну, уже, как говорится, поздно, да? Все понятно, но поздно. Так, заморозили, но не всех. А, всех напал. Я просто не увидел, что он во льду стоит. Это работает? Работает. Вот этот вот нам здесь как бы не нужен, если честно. От него здесь толку ноль. Мне нужна рыба. Мне нужна рыба. И сделаем вот так вот. Так, и по идее напалм должен их как бы уничтожить всех. Да. Ну что, последняя, заключительная волна у нас тут. Явился, блин, не запылился. Громозека такой. Оу, ты смотри-ка, а у нас, оказывается, карта-то эта тоже стакается. А я не знал. Вон, смотри. Ну-ка. Слушай, вот это совсем другое. И она стакается, кстати, именно от фиолетовых карт. Когда ты применяешь фиолетовые карты, она стакается. Вот оно что. Будем знать, учтем такой момент. Динамит хочу бросить, успеть. Но я успею, а толку-то нет этого. Минусанули все-таки одного, да, хлыща. Ой. Заморозил он мне здесь. А ну-ка, взорви его. Слабо ты бьешь. Ну, из пушки мы его добиваем. Красиво. Сундучок. Заработали, да, все-таки? Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. А, тут можно удвоить, окей. Слушай, ну столько опыта мы получили, поэтому мы даже с тобой, скорее всего, уровень получим. Так, последний аргумент. Ты посмотри, сколько нам выпадает. Чуть не под лям. Офигеть. О, овощевание. Пирание. Это все, что мы можем уже прокачать с собой, когда вот так вот. И 30 шестеренок. Конечно, увеличиваем. Так, новый уровень. Вот об этом я тебе и говорил. Прекрасно. То есть 43 у нас с тобой, да, становится? Левел. Так, здесь мы прошли. Что у нас тут? С Волкотими, по-моему, я не хочу, ребята, играть. А вот отправить друзей мне надо. Пускай они ищут наши, как говорится, подарочки, награды и тому подобное. Вот так вот. Отлично. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня закруглимся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.